Друзья, всем большущий привет! Сегодня мы с вами обсудим и выберем лучшее, на мой взгляд, приспособление для чистки снега. Так что устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра! Поначалу я перерыл весь интернет в поисках идеальной конструкции самодельного снегоуборочного приспособления. На самом деле, вариантов оказалось просто огромное количество. Так сказать, на любой вкус и цвет. Я даже изготовил один опытный образец из бочки и колеса тачки. Но в конечном итоге я понял, что все это мне не подходит, потому что затрачивается много времени и энергии на уборку снега. А мне нужно успеть расчистить выезд из гаража, пока прогревается двигатель автомобиля. Изучив все варианты и даже изготовив их самостоятельно, я пришел к такому мнению. Они, конечно, упрощают уборку снега, но все же по экономии времени они уступают вот этому устройству, которое я вам сегодня покажу, так как оно имеет много плюсов и преимуществ перед всеми теми устройствами, про которые я вам сегодня рассказывал. Это вот такая вот, друзья, снеговая лопата. Чем она хороша? Во-первых, ее очень удобно транспортировать, то есть сложил на две части и положил в багажник любого легкового автомобиля. Вот, даже можно сказать, что это не снеговая лопата, снегоуборщик аккумуляторный, вот так будет точнее. Сейчас я вам расскажу его характеристики и затем испытаю его вместе с вами, на какую глубину снега он работает и как он его выбрасывает. Вещь действительно стоящая. Ширина уборки снега составляет 30 сантиметров. Это довольно неплохо. Работает от 40-вольтового аккумулятора, и вес без аккумулятора составляет всего лишь навсего 7,5 кг. Скорость вращения составляет 1800 оборотов в минуту без нагрузки. А вот эта лопасть, которая вращается и выбрасывает снег, изготовлена из высокопрочного морозостойкого пластика. Сломаться она не должна, естественно, если вы ее камни не будете чистить. Для снега незаменимая вещь. Конструкция проста. Вот здесь установлен электродвигатель, здесь получается ременная передача и сам вот этот шнек, который бросает снег. Вот и все. Ломаться тут практически нечему. Агрегат довольно надежный и долговечный. Из плюсов данного снегоуборщика хочу заметить низкий уровень шума, его практически не слышно, и отсутствие вредных выхлопов, также электрических кабелей, которые постоянно путаются под ногами. Чуть не забыл, она поставляется без аккумулятора, аккумулятор я приобрел отдельно, сразу купил 5 штук и зарядное устройство. Почему я прикупил 5 аккумуляторов, именно 40-вольтовых? Потому что я хочу приобрести еще другой инструмент с этой линейки, так как аккумуляторы у них взаимозаменяемые. Ну и сейчас давайте попробуем ее соединить, собрать и продемонстрирую, как она работает, как она заводится от аккумулятора. В нижней части аккумуляторного снегоуборщика есть вот такой вот пластиковый скребок. Можете не сомневаться, этот пластик очень прочный и морозостойкий. Работает это примерно вот так вот. Устанавливаем лопату под таким углом и двигаем, тем самым производя выброс снега. Вот и все. Основные характеристики я вам показал. Сейчас идем испытывать, так сказать, ее в боевых условиях. Поехали! Приятно то, что рабочая глубина уборки снега составила 24-25 сантиметров. Так что, друзья, подведя итоги, я скажу, долго сомневался, прежде чем приобретать вот эту снегоуборочную лопату, которая работает от 40-вольтовых аккумуляторов. Но теперь, когда я ее испытал вживую, я понял, что ей нет равных. Во-первых, она мобильная, во-вторых, она легкая, в-третьих, бесшумная. И убирает, по крайней мере, у меня на участке без проблем до 25 сантиметров снега. Сегодня у меня все, надеюсь, был вам полезен. Спасибо огромное за просмотр, пока-пока.